Союзники берут точку А. Интересно, я доеду до конца боя? Ура, я взорвал танк. Вот, и чем я теперь буду заниматься? Тут на Б очень много пехоты. Мы взяли точку А. Здорово. Ой, ебать, я мазила. Ой, я дебил. Ой, я кончен. А, нет, все, я взорвал танк. Так сказать, определил, что вакцину делать надо. И, в общем, кратчайшие сроки весь суп провакцинировали. Понимаю. Обожаю, как это у нас тут. Или вы без зарплаты. Так, а мы тут защищаемся или атакуем? Похоже, что... Пытаемся выжить? Вроде атакуем. Так, хорошо. Артиллерия, огонь по квадрату! Вот так. Вас понял? Огонь! А где мне своих солдат оставить, чтобы их не убили? Ой, а там на горе дофига народу вражеского. Понимаю. Зря я с ними стреляться начал. Наши силы на позиции. А, блин. Блин. А тут же гранату надо прям выбрать, чтобы кинуть, нет? Я уже и забыл. Ой. Ой. Я прям вас вижу. Ага, я сейчас прям вижу две оторванных руки. Это вы по мне проползлись или еще кто-то? Не, я сбоку от вас. Сейчас я еще вспомню, как тут попадать. Будет вообще замечательно. Ой, я в кого-то попал. Просто стрелял. Я, короче, попал человеку в голову, не видя его вообще. Просто стрелял туда, откуда стреляют выстрелы. Так, я на точку артиллерию дам. Я ползу по трамваю. А мы по траншеям. Точнее, по окопу. Вот всегда в атаке, если ты на точку даешь артиллерию, то кого-нибудь убиваешь. Стабильно. А! Хочется Хоку написать про немца в кустах. Вот, сука, вражеский там. Так, сейчас попробуем за автоматчиков. А вы можете танк пометить? На кнопочку В, по-моему. Уже не смогу. Я понял. А хоть где он примерно? А, прямо около точки, чуть-чуть ее выше. То у меня просто гранатометчик в отряде. По дороге. Если в отряде гранатометчик, можно попробовать танк наказать. А, вон он. А, я увидел танк. А, тут танк, по-моему... А, это наш танк наказали. Понял, принял. Сейчас главное дожить до того момента, когда я смогу выстрелить по танку. А, нет, наказали вражеский танк. Я так люблю, когда наказывают вражеские танки. Понимаю вас. Я мазила. Короче, пора просто бежать в атаку. Бежать
Ну, у меня же группа автоматчиков все-таки. И Надя, а чего там в тылу врага делает? Понимаете? Отлично! Двигаемся к следующей точке. Это страдает херня. А я возьму свой дробовик. Блин, у меня есть снайпер. Я не люблю снайперов, честно говоря. А, да, я с ними не бегаю в отрядах. У меня получается штурмовики, инженеры, радисты и танкисты. Ну, типа снайперы, они иногда прям очень сильно нужны, но это прям иногда. На постоянку их таскать такое себе. Не, хороший снайпер это, конечно, золото, но я знаю, что я не хороший снайпер. В принципе, не так уж и много на самом деле хороших снайперов в этой игре. Возьму свой автомат. И немец будет это. Эй. Так, ну, все равно у меня патроны кончились, поэтому не жалко. Вызываю огонь артиллерии. Даю артиллерию. О, ты еще жив. А, уже не жив. Понял, принял. Тут-то я удивился. Ай! Они там конкретно на точке засели, я вам скажу. Понимали, я стрелял сквозь взорванный автомобиль, сидя в его салоне. Ах ты красюк такой. Но они эту точку неплохо так защищают, мне нравится, молодцы. Немцы? Да. Да я оценил. Это сейчас насчет точки. Чатку, правда, не знаю зачем. Ой, как я люблю СВТ. А, да? У меня в отряде остался один человек, и у него остался один патрон. Мы захватили половину точек. Отлично, парни! Понимаю. Так, здорово. Самое смешное, что с этого одного патрона даже не застрелиться, потому что с СВТ сложно застрелиться. С того, с чем сейчас сложно стрелять вообще кого-нибудь с первого раза. Да нет, нормально. У меня простреливаются. Надо просто в район головы стрелять. Я тут 100 тысяч миллионов немцев вижу. Магазин меняю. А я тоже. А, у меня и на трофейной винтовке патроны кончились. О, я могу взять там. А они сейчас скоро уже тут бесполезны будут. Да? Да. О. Ну тут сейчас в зданиях будет последняя точка. Вот эта точка, а последняя в здании. Типа танк тут смысла брать вообще нет.
тут сейчас чувак стоит перед немцами, которые в него стреляют за 40 метров и ножом пытается тыкать воздух. Представляете? Такие неординарные личности бывают. А все, у меня только нож, да? А нет, вот еще можно взять винтовочку. Так, надо на точку бежать. Я на точку. Команда начала захват. Я тоже. Я, наверное, уже с пятой трофейной винтовкой бегаю, чтобы вы понимали. Нужна поддержка артиллерии! Вас понял! Огонь! Умрите, умрите! Давайте, парни! Осталась Всё. Последняя точка! Хорошо идем, я вам скажу. Бодренько. Вот они! Вижу противника! Это из своих прям патроник, ну, гранат. Понимаю. А я тут с вражеских трупов отбираю патроны, чтобы вы понимали. Как весело и приятно. Все, у меня есть мосинка со штыком, и я не побоюсь ей воспользоваться. Так уже слишком долго живу. Наши захватывают точку. Как-то прям на изи получилось, мне кажется, не? Да, бодрый. Не почувствовал. Солдаты немцы немцы. На меня немцы бегут и даже не стреляют по мне. Это нормально? Ну, смысл... У них уже последствия отчаяния, зеркал. Мы преодолели вражеский. В 3 метрах от меня бегут и не стреляют по мне. Думаю, я их пропущу. Ой, неплохо, неплохо. За лучшую игру пехоты, спасибо. Это за отличную игру классом радиста. Это у меня, короче, из отряда штурмовиков радист. Один единственный в живых остался и прожил от третьей точки до последней. Поменяв где-то штук 6 трофейных винтовок. Единственный хороший раз, когда я играл хорошо в жизнь в авиацию, это когда мы с вами играли в Planet Side. Ага, я помню. И это вы называете хорошо? Да. У нас было... Есть чем сравнивать. У нас было простое правило. Не падать на вражеской территории. И мы это правило нарушили, Геннадий, в первые 5 минут. И при том, вам-то хорошо, вы-то сразу сдохли. Это я там пытался выжить еще 10 минут. Потому что у меня джетпак был. Мне кажется, то, что я до вас выживал, превращается в ваш слуг. Ну вот да. С такими союзниками и врагов не надо. Меня задело! Ой. У меня тут одновременно и пуля прилетела, и бомба рядом взорвалась. Понимаю.
И все же я жив. Кидание, вы как так далеко налево забежать уже успели? Вот, вот так вот, когда ты вот такие вот домики штурмуешь, все-таки вот этот двузарядный дробовик вообще незаменимая вещь. Честно, никогда его не пробовал, поэтому... Чтобы вы понимали, у меня сейчас у каждого штурмовика и автомат, и дробовик. Я взял перк на два оружия. И не жалею прям. Ай! Никого не жалею, да? Да. Это я сам себя поджег. Молодцы! Атакуем. Так хорошо лежится под нищим танком. Понял, а? Подтверждаю огонь. Главное, чтобы он не начал двигаться. Это очень. Там... Ай, сука, снайпер. Ну твою дивизию. Взял так бездарно просрал весь отряд штурмовиков. Обидно так-то. Снайперы они такие. Ну они просто... У меня половина померли еще когда до точки бежали. Остальные... А, да? А как это я так? Ладно. Остальные померли на точке. И остатки добил снайпер. Инженеров попробую. Да? А какого хрена ты резаешься и сразу в тебя смотрит медведь? Это что за точка респа такая? Называется тесная знакомство. А снайпер там, падла, все еще сидит. На том же месте, и хрен кто его снимет, да? Никому это и не надо, получается. Ага. Что за жопа тут происходит? Надо, короче, тупо в атаку бежать. А, да? Там зенитка еще вражеская нибудь стоит какая-нибудь. Да что за хрень тут происходит? Я не пойму, это зенитка, да? Блять, пиздец какой-то. Хорошо, а зенитку там поставили, да? Сейчас я к вам на танке приеду, посмотрим, блядь, что же зенитка сделает. Сейчас, подожди. На зенитку он там, блядь, поставил. Выбесил меня тут. Угу, я в на танке застрял. Боя бывает. Ты ж не видишь, куда ты едешь. Ты ж на танк. Ой, зенитка по танку отстрелялась, да? Ой, там и танк, что ли, да, вражеский? Ой, а там и танк вражеский, да? А, да? Как-то быстро я за танкистов отгонял. А, да, мы с вражеским танком уничтожили друг друга одновременно. А чё слева никто не резается? Можно вопрос задать? Ну типа, чего вы все с одной стороны бежите? Там же явно вас уже ждут. Кто-то бежит, кому получится добежать. А я вот слева резнулся и спокойно добежал. Мы должны удержать эту точку. Так, Геннадий, я к вам бегу. Что у вас тут? Ну, это Геннадий пытается разобраться со снайперами на пару с вами. Ага. Ай! Наши таким образом смогли прорваться и штурмануть это дело. Противный. Так, а где точка? Сверху, снизу? Что-то я понять не могу.
захватывают точку. А где точка? Что бы они без нас делали, да? Ну, так-то да. Мне кажется, мы им хорошо помогли. Но я правда не могу понять, где точка. А, точка снизу, вот. У меня один из ботов выжил и на точку засел. Ай! А на точке прям жопа. Ну, это я так хорошо выживал, а тут вы... Немцы. Вас тоже убили, да? Да. Ну что-то кажется, тут уже не вчера это играть начали. Да, пободрее. Тут уже все шансы просрать на самом деле. Принято! Артиллерия, огонь! Чем наши занимаются, пока мы точку берем? А я, кстати, и не понял, что они все в том здании в боковом сидят. И слева хуй кто резнется, типа. Слева немцы вообще не дефят. Я спокойно пробегаю до точки. А они все справа наши, типа. Я вообще не понимаю прикола. Наша команда начала захват. Я на захвате. Да твою мать, они со всех сторон. Джонни, они на деревьях. А у вас, Геннадий, какая-то личная вендетта со снайперами, да? Да. Да нет, чего я угораю. А. Представьте, они мимо меня пробегают отряд немцев, принимая меня за своего. И я их всех расстреливаю в спину. Понимаю. Так, новая попытка взять точку. Охренеть там немцев. Мы захватили точку. А, ура! Переходимся к следующей. Я все-таки взял эту точку. Ну что-то как-то... Сейчас сказать, мне не нравится, как мы идем. А, да? Ребята, ну что за союз? Друг мой, не забывайте, мы играем на Советский Союз. Не я взял точку, мы взяли точку. Там конкретно, походу... Большую часть работы я сделал. Союзнички какие-то странные. Немцы в этот раз молодцы, прям отыгрывают хорошо. Да, они прям закомандуются. Так интересно, я добегу до точки? Или хотя бы до окопа перед точкой? Ой, добежал, вот это да. Наши ребята захватывают позицию. Так, ну пока они не успели укрепиться, изучить данное место, мы успеем ее взять? Ну, было бы неплохо. Я сейчас попытаюсь. Я на точке. Я туда же. Я тоже на точке. Они атакуют. Они атакуют, и я отстреливаюсь. Ой, это что сейчас, блядь, было? Танк или граната? Вот хорошо бы, чтобы это была граната. Это да. Да что ж за хрень? Все, я не на точке. О, я ее почти взял, да? Ни хрена себе. Мы рванули ящики, за которыми я сидел, но я выжил. У меня... Я так хорошо отстреливался на точке достаточно долго, а потом внезапно все вокруг стало взрываться, я не пойму, что происходит, а это гранатами меня закидали. У меня то же самое. Вот огромные ящики, в которых я сидел, они буквально исчезли. Артиллерия, огонь по квадрату! Вас понял? Огонь! Немцы тут молодцы, прям. Качественно отыгрывают. Да. Не говори.
Сука, меня самолет убил. Попробуй за танк прокатиться. Меня самолет убил. А, кстати, да, тут открытая карта, за танк должно быть прикольно. Ну что же за танк попробовать? Давайте попробуем. Мы танкисты, мы танкисты. Геннадий, план такой, вы едете впереди. Я смотрю, с какой стороны вас убивают. Интересный план. Что мне не очень нравится, но это интересно. Да, мне казалось, вам понравится. Почему мне так казалось? Интересно. А это, по сути, та же самая карта, просто мы ее по-другому проходим, да, уже по третьему варианту. И сейчас на... О, танк, 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 танк. Дайте навестись на вражеский танк, блядь. Да. Эй, там не один танк, что ли? Суки. Меня ебут. Там два танка. Там два танка, один почти убитый, второй меня добил. А, вы вообще в другую сторону поехали, да, Гены? Да. Спасибо, спасибо. Кто-то я, кто-то я смотрю так сложновато одному против двух. Сейчас попробую за инженеров, может получится противотанковое поставить. Сейчас, если меня не убьют, то поставлю противотанковое и выебиваю эти танки. Потому что они меня выбесили. Главное, чтобы до меня вражеская пехота пока не добежала. Здорово! Ой, ебать, я мазила. Ой, я дебил. Ой, я кончен. А, нет, все, я взорвал танк. Всё, танков больше нет. Кто красавчик? Я красавчик. Вот сейчас я еще буду немцев ебать. Вот так вот. Нравится, блядь? Как вам осколочно-фугасный снаряд? Ай, меня убили. Ну ничего. Мне понравилось все равно. Сейчас я еще туда зениточку въебу. Рядом где-нибудь. Че тут нигде зенитка-то не становится? Бесите. Тут нигде зенитка не становится. Геннадий, вы умерли. Я знаю. Он просто прям передо мной умер. Я тут с молотком так бегаю. Очень хорошо работает пулемет. Я так с молотком просто бегаю, смотрю, вы умираете. Думаю, надо все-таки прилечь, а не бегать с молотком в полный рост. Все, я поставил зенитку. Я убил что-то светлое. А я взорвал стену, за которой они прятались вместе с ним. Наверное, мы здесь... Я не знаю. Ну... Мы уже справимся. А эту-то точку мы еще, может, и захватим, а вот следующую еще уже вопрос, конечно. У них не сам... знаю, насколько я помню, это самое сложное. У них на самом деле очень охранительный летчик. Немцы. Он тут, короче, и, да. И зенитку мою выебал, и противотанковое, и танк вот наш взорвал. Ну да, он у меня второй отряд накрывает. Осталась последняя позиция. Поднажмем. Ебать, он тут пробомбил.
Да, я не насчитался половины отряда. На тебя, гад! Так, ну а мы-то ту точку захватим или нет? Интересно, прям уж. Вообще шансы есть какие-то? А. У меня последний чувак в отряде остался. И это, к сожалению, всего лишь гранатометчик. Еще штука полезная иногда, но танков я что-то не наблюдаю. Вы видите танки? А, Геннадий? Что? Вы видите танки? Нет. И я нет. А они есть. Я ползу. Снайперы? Нет, бомба. Я почти дополз до точки, чтобы вы понимали. Полз и почти дополз. Бать, что тут происходит? Они тут, блядь, со всех сторон, реально. А, я один тут рядом с точкой, да? Да пиздец, лежат там. Я даже не знаю, что делать, может, на танке попробую. Блин, там. Это что-то тут какой-то полный трэш творится. А если вдруг вражеские танки увидите, то кричите. Я буду истошно орать. Я в вас верю. Я уже тоже заметил. А, да? Ну что, Геннадий, с криками ура захватываем точку. Я добежал, они, я даже ее увидел, но все. Я убил. А, да? Заебись. Я из танка всеми танкистами вылез и взорвался на гранате. Сука. Вот обидно. Могло так красиво получиться. А нашим тут плевать, они тут фраги набивают. Ну, по крайней мере, это было достойно. Да. Мы понесли слишком много потерь. Это мы было проиграли. Достаточно достойно. Да. Немцы были хороши. О, 5000 опыта. Неплохо.
Так, ну, ладненько. Спасибо за игру. Это тоже пора. Хорошо. Спасибо за игру, друг мой. Да, и вам.